Доброе утро, ребята. Я показываю еще раз, как я делаю мороженое. Здесь столовая ложка какао. Вот это какао. Хорошо. Потом вот это вот протеинчик, вот этот, вот одну ложечку. Вот сюда же скидываю. Ну, я уже скину, я это просто показываю вам. Семечки тыквы. Я беру прям хорошую жменьку тоже сюда. Маленько еще. Теперь вот это молотая гвоздика. Я покупаю молотую гвоздику. Вот столечко, где-то чайной ложечки почти полную. И вот это у меня, ну, старая баночка. Я помолола лавровый лист. И я прям вот немножко лаврового листа. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть. Это вот немножечко совсем. Вот это мака. Где-то вот столечко. Ну, можно чуть больше. Следующее я ложу ашваганда, корешки тертые. Тоже она такая ничем мне не очень-то нравится. Запах, ну, такой. Не то, что мака вкусно пахнет. Вот этот вот тоже очень полезно для иммунной системы. Укрепление иммунной системы это также. И вот замороженные бананы. Значит, вот замороженные бананы. Я сейчас их сюда. И чуть не забыла, пшеницы надо. Вот я покупаю пшеницу, я ее сейчас возьму, покажу вам, как я это делаю. Пшеницу обязательно надо добавлять. Вот это важнее, чем вот эти все порошки. Ну как, это тоже важно. Но это очень важно. Во-первых, она живая, и она вот как энергетик. Если вы пьете как вот, ну, кофе там для энергии, вот это вам даст энергию. Вы не представляете, какая это вещь классная. А, да, может быть, у вас есть вопрос, почему я ложу лаврушку. Лаврушка... Ну, почитайте, обладает дубильными веществами. Очень-очень много. Вот примерно столечко надо пшеницы. Не надо очень много. Я ее уже вот так вот отрезала ножничками и сполоснула. И теперь я вот беру ножнички и меленько буду резать прям сюда. Сюда сейчас чикну. Вот получается примерно так. Меленько я чикну, как могу. В общем, чем мельче, тем лучше. И добавляю еще больше бананов, чтобы где-то до вот этого уровня здесь. Вот примерно столько я до этого где-то вот столько накладываю. Сейчас вот пойдем водички наливаем. Сейчас. Так как мы водичку покупаем, у меня вечно все в баночках. Баночках, скляночках. Так, и наливаю вот где-то половинку. Осторожно, не надо переливать много, потому что будет жиденько. Примерно обязательно накрываю крышкой, потому что она так начинает взбивать, что просто ужас. Вот посмотрите, какой реактивный. Готово. Мне нужно две руки, чтобы держать микстер и это самое. В общем, все готово. Смотрите, какое густенькое получилось, хорошее шоколадное мороженое. Так, вот столько получилось мороженого. Теперь я обязательно кунжутные семечки насыпаю. И косточки или семечки какао. Вот они тут так разбиты, да? И тоже я сверху посыпаю сюда, чтобы было так вот. Интересненько. Немножко. Все готово. Так, теперь я буду делать мороженое для себя. Я вот тут его не мою, потому что мне, ну, все равно тут было мороженое, да. И я теперь делаю мороженое для себя. Немножко по-другому. Филипп шоколадное кушает, а мне уже шоколадного плохо. Я также ложу семечки, тыквенные семечки. Потом я ложу одну ложечку протеинчика. Только я ложу вот этот протеинчик. Мне больше нравится вот этот вкус. Так, одну ложечку положила. Также я положу гвоздичку и лаврушку, пшеничку. И еще я положу вот эту сливу. Я, помните, я говорила, в парке надергала сливу, как-то птичка. Все снизу ободрала. И тоже вот здесь вот по пол ложечки эти ингредиенты положу и сделаю себе мороженое. Сейчас покажу вам, как оно выглядит. Значит,
Ну, для этой сливки я одеваю такие перчатки, как доктор, потому что она так красит руки, ой, она так красит руки, что вообще я ее уже заморозила и прямо так выдавливаю косточку оттуда, ломаю, выдавливаю косточку, ну и где-то надавлю себе несколько штучек, чтобы косточку сбрасываю. Это я, чтобы пакеты, ну, экономить мусорные, я маленькие пакеты складываю. Ну вот. И я, значит, вот так ее сейчас буду двумя руками-то удобнее. И, в общем, я вот так здесь сейчас наберу. Отморозила себе все пальчики. Так, вот столечко примерно ложу. И теперь беру бананчики в холодильнике, чтобы я их убрала специально. Вот, смотрите, что у меня тут это Филипп не доел, умчался уже там по делам. Это мои это. Значит, бананчики сейчас положу. Видно, у меня вот это ломаются, вот у меня вот эти коробушечки, я их заклеила, но только их для бананов, потому что я потом беру вот, как он называется, вот этот вот мусат, и мусатом, значит, разбиваю, чтобы бананы расцепить. И иногда так срывает, в общем, я тут надела дырочек. Ну, ладно, вообще теперь добавляю бананы, сейчас покажу конечный результат. Себе я делаю немножечко пожиже, мне так нравится. Вот смотрите, какого цвета красиво получается это мороженое. Просто прелесть. И я в свою любимую чашечку, тут у меня просто ложка была, вот с нее накапала. Я сейчас вот сюда положу и буду кушать мой завтрак. Наконец-то мой завтрак готов! Вкуснотища! Сейчас пойду на улицу у нас жарко. Как раз прекрасно будет сидеть на улице и кушать мороженку. А кунжутные семечки? Ой, я хотела сказать, что кунжутные семечки я себе уже ложу туда, в шей, когда сбиваю все. Скушала я свою мороженку. Вышла на балкончик, у нас такая теплота, красота, вот горы видно. Так, я уже вам говорила, да, у меня на телефоне камера сбилась, потому что я телефон как уронила. И все, теперь камера, вот будет время, обязательно пойду отремонтирую камеру на телефоне. Смотрите, вот это деревце, да, у меня здесь плоховато видно, но оно цветет все лето. Вот смотрите, не знаю, цветочки, видать? Вот такие цветочки. И прилетают колибри и пьют нектар с этих цветочков. Так интересно смотреть за ними, просто прелесть. Где-то мой кот Петруша тут ходит. Тут у нас вид вот такой из балкончика. Горы видать. Небо чистое-чистое. Ну, вообще у нас всегда чистое небо.